Мам, ты давно не готовила свои фирменные шоколадные кексы? Да, дорогая, я и вкусно их совсем уже забыл. Так моя силиконовая формочка совсем пришла в негодность. Так это не проблема, будет новая формочка. Для формочки мне понадобится пустая упаковка из-под леденцов. Вырезаем, сверху окрашиваем акриловой краской. Я выбрала розовый цвет. Вот такая формочка у меня получилась. Я же совсем забыла, у меня нет венчика. Девчонки, я снова в магазин. Мне понадобится трубочка от ватной палочки. Сверху обклеиваю декоративным скотчем. Венчик формирую из проволоки. И вклеиваю внутрь. В качестве подставки я выбрала плоскую бусину. Наш миниатюрный венчик для куколок готов. Ребята, кексы готовы, можно пробовать. Вот это вкуснятина, обожаю.